Накануне в Бобруйске горел автомобиль. Пожар случился около 9:40 на Рокоссовского. Огнем повреждены моторный отсек, лобовое стекло и лакокрасочное покрытие капота. Хозяин Мазды на месте отсутствовал. Пострадавших нет. Ближайшие автомобили также не пострадали. Предполагаемая причина ЧП – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Белорусские врачи определили первых 300 пациенток для бесплатной попытки ЭКО. Для предоставления одной процедуры супруги обращаются с заявлением в региональную комиссию. Она рассматривает документы. В случае отказа решение может быть обжаловано. Минимальные пороговые баллы ЦТ останутся такими же, как и в прошлом году. Это означает, что по белорусскому и русскому языкам нужно будет набрать хотя бы 10 баллов, по физике, математике, биологии и химии – 15, по истории, обществоведению, иностранным языкам и географии – как минимум 20 баллов. Напомним, ранее Минобразование опубликовало график централизованного тестирования. Первое испытание по белорусскому языку пройдет 16 июня. Землю с кургана Славы поднимут на высочайшую точку планеты. Проект стартует 7 апреля совместно с Федерацией альпинистов. Спортсменам передадут копию Знамени Победы, государственный флаг и капсулу с землей. Эти символы доставят на Эверест. Акция приобретает особый смысл в год 80-летия начала Великой Отечественной. А благоустройством кургана Славы профсоюзы занимаются уже 5 лет. Сегодня православные отмечают один из главных праздников – Благовещение. В этот день принято идти в храм на службу и собираться дома с родными и близкими. Во время Великого Поста действуют строгие ограничения. Стол не должен быть пышным, хотя и разрешается добавить красное вино и рыбные блюда.